Всем привет! Итак, сорян, что у меня нет ролика, вообще нет времени, но вот на это время нашлось. Даже не то, что нашлось. Короче, я копался у себя и нашел одну программку, которую я начинал писать еще в 2014 или 2015 году. Она мне как раз тогда нужна была. Вот. И вот я ее нашел и немного доработал. Ну как, я месяц дорабатывал по одному часу, наверное, по часу-два в день. Ну, вообще просто нету времени, загружен работа, ничего не могу делать. А здесь уже доработал. Это C++ и QML, и еще оно собрано под Android. То есть сейчас я на компе это запустил, но это все добро есть уже в Play Market. Так вот, что же я хотел? Хотел вас попросить помочь мне. Ну как помочь, если не сложно, конечно же. А что нужно сделать? Да нужно всего лишь скачать эту программу и начать ей пользоваться, если вы любите ходить пешком где-то, исследовать какие-то там места, там, например, живете в каком-то райончике, а тут нигде не были, взяли, создали трек такой точки. Ну, то есть эта программка работает с этими KML-файлами гугловскими. Вот. Ну, в принципе, больше ни с чем. Вот, ну или руками можно это все отредактировать, координаты проставить и все такое. Как это все, будет ссылка в описании на видеоролик, в котором я рассказываю, как этой программой пользоваться. Вот, она сейчас в разработке, соответственно, вы можете также помочь в тестировании, в дельных советах, вот. Ну и если эта программка будет набирать какую-то популярность, это, конечно же, от вас зависит, ну и от моей криворукости или не криворукости, будет ли она стабильно у всех работать, нормально ли все. Вот, и все такое. Так вот, короче, если она будет набирать какую-то популярность, то я думаю, будет несложно выложить, сделать ролик. Не то, как я ее писал, потому что некоторые моменты я уже, наверное, показывать не смогу, исходные тексты, но как я проходил этот путь. Вот, как на Qt создать Android приложение, я думаю, полно видео. Ну, в любом случае, я вкратце могу это сделать, видос об этом. И как я проходил путь, с чем я сталкивался при публикации, при первой публикации этого приложения в Play Market. Вот где тут у меня Play Market. Вот он. Сейчас на рассмотрении 12 выпуск, по-моему. Вот. Ну, короче, это руками там люди проверяют. Уже 6 часов вечера и все. Сейчас доступна вот эта версия. Вот. Вот эта версия. Да, после нее, конечно, надо желательно последнюю версию. Короче, не суть. Смотрите. Как эту программу скачать? Надо зайти в этот. Так, это у меня эмулятор. Зайти в Google Play. И написать не Quester. Программа так называется Quester. Но вы ее фиг найдете. Потому что качаю только ее я. А написать CPP просто с подчеркиванием. Вот так. Нажать Enter. И вот здесь сразу же будет моя программа. Quester. Вот. И можно ее открыть. Вот. Я сегодня 1 июля. Короче, один... Ну, ошибку исправил, и надо вот еще дождаться сейчас вторая. Итак, смотрите, в принципе, вы можете прям сегодня уже качать, запускать, пробовать, а вот завтра уже точно приедет обновление, и она уже должно быть там все получше. Здесь она не открывается, тут падает. Не знаю почему, видимо, идет попытка ее все-таки, эту программу, развернуть, а она не разворачивается, вот. Ну, короче, это эмулятор. Я на трех разных телефонах пробовал, на трех разных телефонах работало. На старом телефоне, там какой-то Android, не знаю. Короче, телефон, да я не знаю, ему лет сколько? 5 лет, по-моему. Вот. 5 лет назад я покупал телефон, вот какой Android был, вот на нем оно работает. Или 4 года, точно. На новом, вот я в этом году обновил телефон, потому что тот уже помирает. Короче, на трех разных телефонах. А, на 4 даже аппаратах я пробовал. Да, точно. На Samsung Galaxy S5 старый. На J какой-то еще тоже старый. И на 2 новых. A51 и A31 я пробовал. Вот, на них работает.
В общем, что говорить? Поэтому я ж говорю, будет набирать какую-то популярность программка, я вам, в общем, расскажу, какие я проходил трудности. Исходники не покажу, но, возможно, Hello World можно будет какой-то написать и показать, как этот процесс происходит. Да, у меня есть аккаунт, и как я залью этот Hello World и все такое. Ну, все. Если что, то большое вам спасибо. И, кстати, по этой программке, вот если нажмете о программке, есть ссылка на телеграм-канал. И в этом телеграм-канале, по идее, должны подключаться люди, и там будем общаться по поводу функционала, по поводу багов и всего остального. Ну, а теперь все. Спасибо вам большущее за вашу помощь. Всем пока.